кулеметно, і скільки часу тривали ремонтні роботи, ну і, власне, вдалося все ж таки закінчити їх швидше, ніж планували. Действительно, КП ТГУ выполнило все свои обещания и досрочно завершили ремонтные работы на улице Канатной, в том числе и восстановили дорожное покрытие. По проекту предусматривалось окончание работ 15 октября, мы завершили 12-го. На сегодняшний день движение по улице Канатной восстановлено, автомобильные маршрутки, ну, то есть общественный транспорт. Сейчас заканчиваются, ну, скажем так, косметические работы в плане ремонта тротуаров, но это уже то, что мы буквально там за несколько дней завершим. Самое главное, что сегодня Одесса не стоит в пробках, автомобилисты беспрепятственно минуют этот участок, ну и в том числе движение общественного транспорта, что немаловажно, сегодня разблокировано. Сколько грошей вартував ремонт? Согласно той документации, которая есть на сайте Прозора, торги состоялись с итоговой цифрой в 47 миллионов гривен. Эта цифра включает полностью весь комплекс работ. Замена магистральной трубы на улице Канатной со всеми отводами, с всем техническим оснащением. Там установлено датские задвижки, львовская предизолированная труба, то есть использовались материалы достаточно высокого качества, плюс также эта сумма включает восстановление дорожного покрытия, тротуаров и прилегающей территории. А то, что касается гарантий, на сколько часу, скажем так, эксплуатации не потребуватиме ремонт? Ну, гарантийный срок производителя данных труб – это 30 лет при условиях соблюдения монтажа всей необходимой технологии. Мы гарантируем, что вся процедура была действительно соблюдена. За этим наблюдал наш технадзор, также проектанты достаточно часто и достаточно ответственно подошли к этому вопросу, поэтому здесь мы ожидаем, что теплоснабжение забудет о проблемах на этом участке на ближайшие 30 лет. Трудно сказать, что здесь можно было применить какие-то новшества, но тем не менее материалы использованы высокого качества, как отечественного производства, так и зарубежного. И срок гарантии на работы непосредственно 5 лет, на сами материалы гарантия 30 лет.